Осудили за нарушение тайны телефонных переговоров. В Тюмени бывший сотрудник компании сотовой связи с помощью популярного мессенджера передавал информацию о соединениях между абонентами. Делал это по заказу клиентов. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Следствием установлено, что в период с февраля по июль 2020 года с вышеуказанным специалистом в сети интернет связалось неустановленное лицо, которое за вознаграждение предложило предоставлять ему сведения о соединениях абонентов сотовой связи. Специалист согласился на данное предложение, поскольку имел доступ к программе и мог получать указанные сведения.